По мнению специалистов, детско-юношеская спортивная школа профессионального футбольного клуба ЦСКА считается одной из лучших в России. Ее воспитанники регулярно участвуют в отечественных и международных соревнованиях. Школа пользуется большой популярностью среди детей и их родителей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что набор в школу происходит с завидной регулярностью 3 раза в год. Наша задача – отобрать из, безусловно, талантливых ребят лучших, чтобы впоследствии эти мальчишки защищали цвета уже нашего клуба, нашей школы на различных международных и российских соревнованиях, в которых систематически каждый год у нас практически все возраста участвуют. В этих турнирах наши ребята занимают самые высокие призовые места. В школе, как вы видите, для занятий есть все условия. Значит, у нас прекрасные поля. Зимой есть манеж, где мальчишки могут также систематически и планомерно заниматься футболом. Занимаются не только москвичи, есть много ребят иногородних, которые проживают в интернате. Для занятия учеба и для занятия спортом у них есть все условия. В конце марта прошел первый в этом году набор детей в футбольную школу ЦСКА. Тренеры армейской школы просматривали мальчиков с 2001 по 2008 годы рождения. Из почти 350 желающих были отобраны 53 юных дарования. Ну, в основном акцент делаем на что? В этом возрасте, вы понимаете, очень сложно. Это дети такого, они еще ничего не знают и не понимают. А в основном смотришь на их скоростные качества. Это природный дар. Ну и, естественно, смотришь интеллект детишек. И все равно можно определить, смотришь, как он реагирует. Те вещи, которые вы ему говорите, воспринимает и тоже реализует в этом упражнении или там в каком-то задании. Подготовка молодых футболистов является важной частью работы армейского клуба. Детско-юношеская школа делает все, чтобы как можно больше ребят, пройдя через все этапы становления футболиста, доросли до уровня молодежной команды и основного состава. Лучшим из лучших предстоит защищать честь одного из самых именитых футбольных клубов России. На сегодняшний день в основном составе играет у нас Игорь Акинфеев и Георгий Щенников. Уже выходит за основной состав и удачно. Это Константин Базилюк. А также уже играл за основной состав Вячеслав Караваев. Это тоже вот наши воспитанники. Как известно, в любом виде спорта стремление к победе зарождается в детстве, крепнет в юности, становится смыслом жизни в молодости. У этих юных футболистов все еще впереди и красивая игра, и яркие победы. Что ж, пожелаем им успеха.